Посетители лыжероллерной трассы стали свидетелями необычного действия. Здесь собрались участники акции «Эстафета флага России», которая проводится по инициативе Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» и областного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия». Акция символизирует достаточно важный исторический момент. В 17 веке на мачте военного корабля «Орел» возвышался российский триколор. Многие краеведы считают, что именно тогда флаг был поднят впервые. Смысл акции заключается в том, что в каждом подмосковном городе к флагу России прикрепляют новый сегмент. Таким образом, с посещением муниципальных образований полотнище становится все больше и больше. Эстафетную палочку нашему городу передал Краснознаменск. Акция проходила на обновленной и всеми любимой лыжероллерной трассе имени Героя России Ларисы Лазутиной. Одинцовские представители «Единой России» встретили своих коллег из Краснознаменского отделения весьма радушно. Хорошее настроение участников и по-настоящему летняя погода стали спутниками мероприятия. Учитывая, что эта акция инициатива «Молодой гвардии Единой России» и МОРО «Единая Россия», я как активный деятель «Молодой гвардии», как представитель своего городского округа, представляю интересы своего города и вот решил принять участие. Приехал в ваш замечательный город, очень много новых впечатлений, очень много замечательных людей. Вот мы внесли свою небольшую лепту, свою часть флага, вы свою. Так сказать, объединяем Подмосковье под эгидой Родины. Из Одинцова полотнище отправится в Звенигород. Акция стартовала 12 июня в День государственного флага России в Истринском районе. Закончить ее планируется 22 августа в подмосковной деревне Дединово. Именно здесь впервые был шит российский стяг, поднятый в 1668 году. Участником эстафеты флага России может стать любой желающий. Дарья Сутягина, Валерия Круглова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».